И всем привет, дорогие гости, подписчики моего канала. И сегодня я, как и обещал, сделать логотип BMW. Ой, какого BMW? Я вам в прошлом ролике показывал, как сделать логотип BMW. Но на этот раз сегодня будет логотип Volkswagen. Я вам рассказывал в прошлом ролике. Фух, начинаем. Клеим, ну как там его называется, круг за 1020 игровых денег. Вот такого вот цвета, темно-голубовато-синий, что ли. Ну и клеем, как бы доклеивая эту же сторону. Ой, точнее, доклеивая как бы круг. Ну а здесь мы просто замазываем. Далее можно это скопировать с таблиц символов. Клеим вот такой вот круг с болдом. Не знаю, Volkswagen был вообще с букву В с болдом. В общем, без разницы. Делаем это просто с болдом букву В. Далее как бы избавляемся от вот этой вот штуки. Вот такой вот длинной буквы В. Далее как бы доклеиваем вот эту же полоску Arial. Далее снова замазываем вот эту вот часть, чтобы как бы соединить между собой. Следующая буква В с болдом. Ну и в конце делаем вот такую вот подводку. Вот и все, у вас получается логотип Volkswagen в CarParking Multiplayer. Ребят, а в следующем ролике, наверное, вы узнаете. Погодите, я сейчас кое-что тут сделаю и вернусь. Ну а в следующем ролике я вам покажу, как сделать логотип Ford в CarParking Multiplayer. Но не обязательно сделать вот на вот таком мустанге. Можно сделать, я вам покажу, к примеру. Вот, допустим, вот этот мустанг. А, точно, у меня же там был занят винил. Ой, блин, вот дурак. Ладно, ребят, это без разницы. Можно брать любое авто. Главное, чтобы оно похоже было на Форд. Вот любого Форд берете. Вот я, допустим, взял вот этот вот Форд. И сделал сам лого Форда. Ладно, ребят. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. А с вами был я, Тима. Всем пока.